Всем привет, любители активного образа жизни. Я хотел сегодня короткий такой сделать ролик про то, что поделиться, так сказать, своим опытом. Наверное, когда просматриваешь ролик или там общаешься с другими бегунами, всегда складывается впечатление, что типа там они 24 часа в сутки готовы сорваться, надеть кроссовки и бежать и всю дорогу, короче, бегать и нормально себя чувствовать. Каждый день, каждую тренировку, все такое. На самом деле это не совсем так. Бывают дни спада, когда реально себя заставить выйти на улицу очень сложно. Не говорят, это не связано с погодой или какими-то обстоятельствами. Это связано с общей утомляемостью организма. И штука в том заключается, что действительно надо прислушиваться к себе и чувствовать, когда это лень обычная. А иногда бывает, что действительно не можешь выйти, потому что организм твой немного подустал. Это может быть связано не только из-за физической усталости, но и эмоциональной усталости, какие-то стрессы. Вот сегодня у меня, например, случилось так, что в течение дня куча всяких разных, в том числе стрессовых задач, и я все в запланированную тренировку никак не мог выйти. Буквально там, я не знаю, уже был в кроссовках и готов, а раз и свалилась задача, достаточно срочная, нервная и не очень приятная. Ну вот, я ее сделал, вышел, настрой весь пропал, кроссовки жмут, шнуровка что-то не затягивается, то туго, то слабо, ветер то сильный, то не очень, то жарко, то холодно, в общем, всякая такая фигня происходит. Но тем не менее, я себя заставляю выходить, даже в такие случаи, я заставляю себя выходить на тренировку, на беговую. И штука заключается в том, что есть у меня такое правило, что даже если тебе плохо, даже если по какой-то причине ты не можешь заставить себя бежать, то лучше все равно выйти хотя бы на плохую тренировку, но на тренировку, чем ее просто пропускать. Так вот, резюмируя вот это, в общем, свой монолог, я рекомендую вам прислушиваться к своему состоянию, к своим ощущениям, и исходя из этих ощущений уже делать какие-то выводы. Выходить на тренировку или не выходить, ну понятно, что когда вы болеете, выходить на тренировку не надо. Надо дома лежать, отдыхать. Ну а если просто вот какая-то такая слабость, эмоциональная усталость, то лучше выйти на восстанавливающую так называемую тренировку. Это просто пробежать небольшой кусочек расстояния в очень слабом, расслабленном темпе. Просто таким образом дать понять своему организму, что в принципе, чувак, давай мы не будем это как-то злоупотреблять такими состояниями, все равно мы на тренировке выходить станем. Вот как бы так. Вот такая утомляемость, она на самом деле индивидуальна. И не надо удивляться, если, допустим, у кого-то это часто происходит, например, там раз в неделю или, может быть, несколько раз в неделю. Вот. Просто нужно в этот момент войти в диалог со своим организмом и попробовать выстроить режим таким образом, чтобы тренировки всегда были примерно в одно и то же время, и тогда будет намного легче бороться с этими состояниями. И как только режим ломается, вот, собственно, бывает эта эмоциональная нагрузка дополнительная, которая, в общем, не нужна. Всем бег!